Нынешняя Россия воспринимается в мире в первую очередь призму восприятия ее президента. Мне не нравится политика президента моей страны. Я никогда за него не голосовал. Но я вынужден как бы учитывать тот факт, что страна управляется гораздо более авторитарно, нежели это было даже в Советском Союзе. Поэтому отношения Армении и России у нас это сегодня отношения Армении и кремлевского руководства. И, к сожалению, для многих армян здесь совершенно такая, знаете, возникает когнитивный диссонанс. Ну как же, мы же с русскими в таких близких отношениях. Мы там работаем, у нас семьи перемешаны. Там огромная армянская диаспора в России. Она очень влиятельна, она очень богата. Она в истории России сыграла неизмеримо высокую роль. И вот так вот сегодня Россия как бы нас ну, практически чуть ли не предает. Тогда я вам отвечаю, это не Россия вас так вот предает, это нынешняя российская власть сегодня так выстраивает свою политику, чтобы как бы не подорвать свою главную геостратегическую цель, вернуть себе влияние, утерянное при распаде Советского Союза во всех уголках бывшей Советской империи. Поэтому Москва, Кремль не может себе позволить рвать отношения с Азербайджаном. Это очень важный партнер во многих отношениях. Вот и все. Поэтому проектировать отношения армян к России через вот эту политику было бы не очень разумно. К сожалению, все гораздо сложнее, чем есть на самом деле, понимаете. Инертность просто накрашена какими-то другими, так сказать, ресурсными знаками. Да, у России сегодня гораздо меньше ресурсов, чтобы оказать, ну, даже вооруженную поддержку Армении. Как известно, в Ереване очень разочарованы тем, что были заплачены якобы много сотен миллионов долларов за поставки российского вооружения. Оно так не получено было. Я не эксперт здесь в этом, но думаю, что здесь в этих упреках есть истина. А почему? Потому что сегодня Россия вынуждена, так сказать, прибегать к помощи таких стран, как Иран, для того, чтобы увеличить свои ресурсы, так сказать, просто обычных вооружений. Так что и Армении может и не хватать этого. Да, да, в этом смысле, да, зависимость, так сказать, операции России в Украине то есть наоборот, зависимость отношений с Арменией и Россией зависит от, очевидно, в связи с украинской кампанией. Ну, это все азбуки ведь, это все очевидно. Я ничего нового здесь не говорю вам.